Сегодня, 25 октября, три первые команды ульяновских призывников отправились в расположение воинских частей для прохождения воинской службы. По многолетней традиции, торжественная церемония прошла на территории сборного пункта военного комиссариата Ульяновской области. Вместе с главными виновниками торжества, 18-летними мальчишками, на празднике собрались их родители, друзья, девушки. Призывники выстроились в 5 колонн. Именно такое количество команд наших молодых земляков первыми отправятся в расположение воинских частей. После того, как торжественно прозвучал гимн России, перед ребятами с напутственными словами выступил военный комиссар области Петр Брейкин. Вооруженные силы Российской Федерации на сегодняшний день – это один из самых мощных государственных организмов, где в первую очередь происходит воспитание личного состава с целью защиты нашего Отечества. Мальчишки, уходя на год из родного дома, старались не показывать эмоций, а вот провожавшие их родственники и друзья порой не могли сдержать слез. В их числе и Равиля Галимова, прибывшая в Ульяновск из Татарстана, чтобы проводить в армию внука Булата. Что хочу, чтобы они достойно служили и живым и здоровым вернулись, чтобы мы их встретили. Уже через пару дней призывники окажутся в различных концах нашей страны. Так, например, одна команда отправилась в Чебаркуль служить в сухопутных войсках. Другая группа уехала в Новосибирск для службы ВВС России. Третья команда отправилась в Читу, где ее ждет учебное подразделение школы поваров. Оставшиеся призывники завтра отправятся служить в Подмосковье в Таманскую дивизию, а также в Зеленоград ВВС. Служить наши призывники будут практически во всех родах войск, а также в Национальной гвардии и в президентском полку. Кстати, для напутствовавшего ребят Олега Филатова нынешняя церемония провода в армию стала юбилейной 20-й. Я начал работу по призыву в 2006 году. Это осень уже считает 10 лет. Поэтому за 10 лет очень многое изменилось в плане комплектования и отправки команд. В том числе и по обеспечению вещевым имуществом, по обеспечению банковскими зарплатными картами, по выпуску персональных электронных карт. Отправка ульяновских призывников в войска продлится до 15 декабря. Всего, напомним, этой осенью отправится служить около 1500 молодых ульяновцев. Андрей Корчагин, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.